Полное описание и точная дата выхода 54 серии турецкого сериала «Основание Осман». 54 серия сериала выйдет в эфир 14 апреля. В новой серии мы увидим, как истинная личность Дюндара была раскрыта, и Осман узнал о том, что его дядя – предатель. Такое событие для Османа стало большим потрясением, и он не понимает, почему дядя так с ним поступил. Осман стал преследовать Дюндара, и он должен будет ответить за свои поступки. Помимо этого, Осману не понравилось то обстоятельство, что Умурбей скрывал от него доказательства. Сейчас необходимо добраться до Дюндара любыми способами. Малхун Хатун пытается вернуть доверие Османа, но понимает, что сделать это будет совсем непросто. В этот момент Дюндар-бей узнал о том, что его раскрыли, и он сразу же отправился в замок Инигель. Там он надеется отыскать укрытие у Николы. Для Николы это очень большая возможность достигнуть желаемой цели. Сулейман и Мелик были обеспокоены тем, что Дюндар расшифровали. Савджи хочет лично казнить Дюндар-бея, так как он виноват в смерти Байхоки. Осман-бей создал свою собственную стратегию в соответствии с тем планом, который был у Николы. Также им удалось устроить коварную ловушку, с помощью которой удалось бы задержать Дюндар-бея. Времени терять нельзя, и необходимо как можно скорее привести в действие смертельный приговор Дюндар-бея. Напомним, 54-я серия сериала выйдет в эфир 14 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.